Мурманские полицейские устанавливают обстоятельства убийства. Сегодня в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на лыжном проезде обнаружена девушка с ножевыми ранениями. Бригада скорой помощи доставила потерпевшую в больницу, но спасти ее врачам не удалось. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшей обнаружены множественные колото-резанные раны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 105-й статьей Уголовного кодекса «Убийство». Полицейские задержали знакомого погибшей девушки, устанавливается его причастность к произошедшему. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и поиск лиц, причастных к преступлению.